Спорт дружных. 8 команд школьников 3-4 классов приняли участие в заключительном этапе городского турнира по тег-регби. Соревнования в таком формате проходят в областном центре впервые. Для регбиной школьной лиги это значительный рывок на самом деле в этом году, потому что в предыдущие годы проходили турниры, но они были однодневными и проходили там один раз в год. Мы поменяли систему, и сейчас у нас проходит в несколько этапов турнир, и мы разыгрываем переходящий ежегодный кубок регбиной школьной лиги по тег-регби, ну и по мини-регби, который, в принципе, уже у нас завершился, и вот сейчас у нас завершение по тег-регби и дальше каникулы. Тег-регби – это разновидность классического регби, но с упрощенными правилами. Особенность его в том, что он бесконтактный, а значит, менее травмоопасный, что больше подходит для начинающих. Цель каждой из команд – положить мяч на линию ворот противника, таким образом реализовав попытку. Чтобы победить, только спортивных качеств недостаточно. Нужна командная игра. Понимать своих друзей по команде – самое, что нужно, это, мне кажется, мячик и пояса для этой игры. А так она бесконтактная, там надо просто пояса срывать. Для школьников 3-4 классов тег-регби только знакомство с этим видом спорта. Перейдя в среднее звено, ребята займутся уже мини-регби. На данном этапе победа для участников – возможность показать, чему они научились за год. Кроме того, победители в каждой возрастной категории оспорят главный кубок лиги – переходящий приз, который теперь из года в год будет целью поколений юных регбистов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.